Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть игру под названием Зубы. И сегодня мы будем с вами знакомиться с новым персонажем под названием Эдна. Это у нас Ехидна, это, если говорить проще, что-то между ежом и дикообразом. Вот такой вот зверь, будет он у нас добавлен в игру Зуба. Ну и я вам сейчас покажу вот первый уровень, да, как он есть. То есть, смотрите, 1200 хп, 650 урон, 73 атака. Дальше мы посмотрим 12 и потом сразу 18 уровень. А потом уже разберем самого персонажа на максимум. Ну мы продолжаем, ребятки, вот такая вот Эдна у нас получается на 12 уровне, то есть это 5500 по хпшке, 3500 по урону и 82 мобильность. Также на 12 уровне, как вы знаете, открывается у нас первобытный инстинкт, ну и этот уровень не так сложно все-таки качнуть, и стоит он всего лишь 737 жетонов, такие вот дела. Ну и давайте ознакомимся с тем, что же у нас за персонаж такой Эдна. Итак, пассивный навык, отражает часть урона в ближнем бою. Если вкратце, потому что я тестил, работает вблизи, по вам кто-то бахает, причем неважно чем, по вам бахают, урон отражается от противника. Вот такие вот дела, это просто имбища какая-то, то есть можно по идее шотнуть целый сквад, просто ничего не делая. Звучит прикольно, да? Очень прикольно. Идем дальше. Активный навык, шипастая ловушка. Имеет Эдна 3 ловушки, которые можно ставить с КД в 5 секунд. То есть за 15 секунд 3 ловушки можете поставить. Ловушка имеет прямоугольную зону такую и наносит 300 урона. Шипастая такая ловушка. Ну, как шипы у Эдны, да, которых не особо тут видно. Ну и первобытный инстинкт. Первобытный инстинкт дает ускорение и отбрасывает противника, когда работает пассивка, которая отражает урон. Такие вот дела. Вот такая вот Эдна. Сейчас мы ее прокачаем на 18 уровень. Распределим атрибуты, достанем 4 слот, оденем предметики какие-нибудь и пойдем тестировать ее уже в бою. Но мы продолжаем. Эдна у нас уже 18 уровня. Вот такие вот характеристики она имеет. Достаточно неплохие, на мой взгляд. Ну, я же забыл рассказать вам про оружие, которое она использует, да? Лук. Лук — это у нас лук бобра. То есть, вы понимаете, это круговая имба, которую я вот так вот распределил атрибуты. Взял что-то более-менее балансированное для дальности, для радиуса неплохого, ну и перезарядочку тоже. Это для бомбы, кстати, я взял. Для лука я взял вот такие вот характеристики в атрибутах. И для копья такие. Копье у нас дальнее, а бомба у нас кидается сверху. Ну мы сейчас это все посмотрим уже непосредственно в самом бою. Вот такая Эдна, взял я не такие вот шмоточки, просто ради того, чтобы были. Опять же, Эдну нужно было тоже тестировать на основных серверах с реальными игроками. Ну а сейчас мы отправимся сначала в соло бой, а потом, если будет, конечно же, работать командный бой, отправимся и туда. Потому что что? Потому что хочется протестировать именно шипы в командных боях, отражение в командных боях. Это все будет круто, конечно, если оно будет все красиво работать. Но я посмотрел, мне очень понравилось, как оно работает. Опять же, сейчас будем все это смотреть на ботах, на чем-нибудь еще. Конечно, надо будет бегать за легендарным ботом, но я думаю, это будет слишком долго. Хотя, побежали. Или давайте тут останемся, тут два ботика, на них будет повеселее потестить. Кстати, ребят, видите сейчас на карте, это просто боты на тестовом сервере, не обращайте внимания. Все, конечно, имеют такой же, как у меня, рейтинг, 50 тысяч, да, просто взял, тыкнул. Ну, это такое. Сейчас это наконец-то закрутится бой, и мы наконец-то начнем тестировать Эдну. По сути, это еж. Ну, немножко не еж, да, чуть побольше, ехидно, но все равно. Выглядит круто, выглядит топово, и, возможно... Кстати, я забыл сказать, да, это будущая имба. Такая же, как и павлин, такая же, как и бобер. Мне кажется, это просто будет имба имбова. Итак, вот так вот выглядит активный навык. Это ловушка. Она ставится. И, как вы видите, сейчас ее, она сразу взорвалась. Давайте поставим ее вот в это место. Как только на нее кто-то наступает, шипы из земли вылетают. И Эдна дамажит. Ловушка дамажит по 300 урона, плюс там скаляция от уровня. И это жестко получается. Вот так вот лук выглядит. То есть лук бобра обычный, да. Неплохо дамажит. Копье, опять же, дальнее, все дела. Ну и гранатку сейчас пока потестить не получится, потому что ее нет. Опять же, сейчас у меня активен первобытный инстинкт, активен... Ну, активна пассивка будет, когда будут противники. Также ловушки. По поводу того, что их больше трех поставить можно, но... Вот смотрите, сейчас первая стоит, да? Ставлю 2, ставлю 3 и ставлю 4 вот сюда вот, да? И это сейчас пропадет, первая, которая была поставлена. Вот так это работает, то есть замена самой первой работает. Итак, давайте побахаем, мы здесь кого-то нашли. Кролик Скиппи у нас здесь прыгает. Боты на самом деле очень жесткие, поэтому с ними будет тяжело. Очень тяжело на самом деле. Если бы таких ботов добавили в игру, я бы не знаю, как мы там разваливали. Ну видите, уже бот убежал. Просто я не знаю, как мы его будем убивать. Смотрите, как он маневрирует и все такое. Жесткий бот. Ну да ладно, пока что так играем. Жалко, что ловушку нельзя поставить очень далеко.
А, кстати, убил я кролика все-таки каким-то чудесным образом. Наверное, гранатку закинул. Красиво. Но сейчас будем тестировать ее как раз отражение. Вот то, что хочется мне затестить. И опять же, первобытный инстинкт тоже посмотреть, как он будет ролять, не будет ролять. Потому что, вы знаете, у нас в игре есть много бесполезных первобытных инстинктов, да, бесполезных каких-то навыков, всего такого. Давайте сейчас притык подойдем. Посмотрим, как нас продамажит жираф. Так, ну что, братан, давай. Видите, не работает, не работает. Может, надо ближе подойти. Ну, короче, не хочешь мне работать по мне эта штука. Блин. А жираф-то сейчас убьет. Жесть. Вот видите, насколько жесткие боты. Не потестить вообще. Вообще не потестить. Так, ну надо сейчас срочно убивать. Смотрите, жираф тут даже эти смайлики ставит. Ничего себе, какой дерзкий. Ну, кстати, видите, отражение сейчас работает. Вот про это я и говорил, кстати. Очень жестко работает. Причем зубы вампира, смотрите, как хилят. Какая неимба. Зубы вампира хилят прям с этим отражением вместе. Просто какая неимба, ребятки. Вы это видите? Вы это видите? Жесть, просто лютая неимба. Хотя это может, конечно, лук хилит так жестко. Ну, мне слов нету. Просто какая ж неимба. Обидно, что я, конечно, аптечки не убивал, но... Как вам этот прекрасный еж? Офигеть, да? Живучий просто нереально. И это еще не получилось его затестить в ближнем бою нормально. Так, поставим капканчики. Отхилимся зубами вампира. Давайте Никсан на наши ловушки. Кстати, вот самое интересное, что ловушки, как видите, в инвизе, да? И Никс их не видит. То есть, видите, он сейчас попадает, я от ловушек хилюсь. Но Никс тоже хилится, хитрый Никс. Но мы побеждаем. Вот такая вот Эдна. Фух, было весело. Было очень весело. Я там прям на нуле хп выживал, это было эпично. Давайте сейчас затестим Эдну в командных боях, по крайней мере, попробуем это сделать. Ну и погнали запускать командный бой, надеюсь, он сработает. В прошлый раз он не хотел работать, какие-то ветки непонятные, странно очень. О, вроде запустило. Надеюсь, сейчас мы это посмотрим, потому что Эдна это просто лютейшее создание. Интересно, нам закинет еще какую-нибудь Эдну в команду или нет? Было бы классно. Ну, наверное, не закинет. Опять же, долго очень загрузка, не знаю почему, но... Можно, в принципе, почистить к легендарному боту, который вот здесь сверху находится. Я же сейчас как бы лидер команды, да? И по идее команда должна спавниться как раз на мне. То есть в этом случае можно передвигаться. Так, стой, стой, стой. Лиза, ну куда? Ой. Ну зато мы сейчас фламинго этого убьем. Опять же, вот так вот ловушечки ставим. Красивейшие ловушки просто. Правда, ботик здесь на них попадает. Опять же, нельзя забывать про то, что последовательность ловушек работает. То есть, сейчас эту поставлю, это пропадет. Или не пропадет, короче, странно как-то. Можно прям ставить перед противниками. И это, знаете, вот персонаж, который в начале игры может затащить. Причем он спокойно может затащить. На изи. Опять же, команда, смотрите, какая у меня жесткая. 18 уровень просто. Ух, элита зубы получается. У них, кстати, хорошо очень играют, поэтому лучше с ботами быть поаккуратнее. Получше некоторых игроков. Видите? Это я сейчас бота развел, а так бы он меня спокойно изи хукнул. Ну, у крабика просто сейчас лута нету никакого другого, поэтому он меня не хукает. Ну, боты тут тоже, как всегда, ведут себя очень интересно. У них логика определенная есть. Он даже кофе кто-то носит. Ну, вы понимаете, да? Уровень ботов. Носим кофе. Ладно, мы двигаемся дальше. Нужно смотреть, сейчас будет ее в командных боях. Особенно мне интересует сейчас отражение, потому что если я ворвусь в пачку противников... Вот, кстати, возможно, даже в варианте придется использовать бочку. Если оно будет через бочку работать, то есть врываешься, тебя там кто-то начинает дамажить, ты бочку прям 3 штуки по КД нажимаешь, то есть 3 удара ты можешь заблокировать, и за счет этого эти, получается, удары должны все равно отрикошеть. Ну, опять же, это только мои предпосылочки, да, не факт, что так будет. Опять же, бахаем по противникам. Блин, ну сложно, конечно, хочется... Ой-ой-ой-ой, какие там жесткие ребята повылазили над... Я тут тройные шипы поставил. Правда, они не поставились, но нормально, стоим. Самое прикольное то, что противники не могут подойти. Ну, кстати, надо ворваться, наверное. Давайте попробуем ворваться. Я дефибриллятор не взял. Вот же я гений командных боев. Ну, кстати, видите, начал отражаться урон. Хилься, хилься, хилься. Жесть. Вы видите эту дичь? Просто какая дичь. Еще и лагает капец как. Просто капец как лагает. Ну, у меня тут урон отражается, у меня тут очень жесткий прям хил из-за зубов вампира, просто нереально какой-то жесткий. Я не выжил. Вы это видели, да? Вот это, ребята, боты, которые должны быть в нашей игре вместо игроков. Но
они у нас не в игре. Ну, блин, вы это видели. Это просто нечто. Нечто жесткое, нечто имбовое. С нереальным отхилом. Я там стоял, мне просто хп вниз-вверх. Я причем даже аптечками не хилился. Ну, когда они закончились же. То есть вот такой вот персонаж. Давайте, наверное, еще его разочек затестим в соло-боях. Немножко посмотрим поточнее, как он будет играться. И на этом будем заканчивать. Ну что же, я выбрал стандартный режим. Мы сейчас отправимся в боец. Сборочку, наверное, менять не буду. Но зубы вампира, вот теперь можно сказать 100%, это основной артефакт, который нужен будет для этого персонажа. Ну и, возможно, ошибка смены режима игры. Интересно. Как всегда. В общем, я перезапустился. Сейчас мы сыграем еще один легкий бой. Надеюсь, в этот раз получится потестировать этого персонажика прекрасного на его отражение, потому что очень хочется узнать, все-таки будет он отражать, не будет. Кстати, как видите, у меня сейчас нету рейтинга, я чуть-чуть попозже записываю вот эту часть, ну, потому что там были свои технические причины. Ну да ладно. Но боты, как видите, вот все равно бегают, типа, с максимальным рейтингом, а что им, да? Жесткие боты. У меня 1000, у них там дофига. В общем, ставим. Кстати, интересно, тут же, видите, очень можно быстро ставить эти штуки. И по идее, это должно быть прям бешеным уроном, но что-то как-то не такой уж и бешеный урон получается. Ну, пока что можно норм. Кстати, заметьте, оно немного откидывает. Оно бот. Давайте посмотрим, будет... Блин, я хотел глянуть, он отражалку, но он что-то не успел. Вот это лук. Просто граната и лук сравните. Жесть. Это имбище, да. Такой имбище, такой лук, и все, и можно разваливать. Просто не чувствуя противников на изи. Но мы сейчас будем все-таки тестить немножечко отражение, поэтому сейчас нужно залутать аптечку. Желательно, конечно, залутать аптечку. И подраться с этими жесткими ботами. Блин, они меня развалят раньше, чем я к ним подойду. В этом небольшая проблема есть. Но мы попробуем. Опять же, вот эту штуку еще, кстати, можно... Видите, если так подойти, оно ставится почему-то назад. Хотя я ставлю типа вперед, ну, в общем... Немножко, может, не доделали, может, так и надо. Непонятно. Кстати, я бочка могу разломать этой штукой? О, кстати, можно, смотрите. Можно бочки ломать. Прикольно. Вообще, прикольно, новая такая, получается, у нас механика. Раньше такой же никогда не было. То есть был капкан и все. А тут прям и анимация красивая, и все дела. Смотрите, оно же как бы в инвизе находится. То есть ты не видишь ее, пока не зайдешь на нее. То есть, по идее, можно даже заманивать кучу противников. Ну, кстати, видите? Так, ну... Ну, что-то какое-то отражение странно. Хотя, видите, там нам... О, кстати, отразила черепаха немного. Черепах мне что-то тут показывает, смайлик. Ты чё, дерись на мужика. О, капканчик сработал. Так, ну, бахаем по черепаху. Жестко, жестко очень хилится. За счет всяких разных штук. Как там черепаху выживает? Чё ж, самый жесткий, что ли? Кстати, заметили, даже сейчас оттолкнуло. А сейчас не оттолкнуло. Странно очень. Ну, непонятно, как, короче, как работает у него все это. Мы будем тестировать уже непосредственно в боях. Бицеп залутали. Блин, аптечку залутать. Это у меня аптечек нету. Наверное, сейчас придется идти бежать лутать. Давайте так бахнем и залутаем. Я надеюсь, успею. Сейчас тут, мне кажется, зря я сюда иду. Ну ладно, лутаем, пофиг уже. И главное это сделать. Ай, вы видели микросекунду, а? Просто пол хп из-за этого сгорело. Ладно, давайте подхилимся аптечкой. И побахаем уже сверху. Чисто ради интересов. Попробуем все-таки затестить немножечко отражение. Там же, кстати, диджей против нас бегает. Давайте пингвина добьем. Ой, какой жесткий пингвин, а. Диджей немножко сейчас напугаем. Все равно вот боты, вот заметьте, как они двигаются, да? Я почти на 100% уверен, что это бот. Ну, почему? Ну, потому что слишком они жесткие. Так, ну-ка, Джейд, подбеги. Видали, отталкивает. Но отражение какое-то слабоватое. Посмотрите на этот урон просто бешеный. Как вам? Прикольно, да? Стиджет, видите, там находится с небольшим... Ну как, очень странно, в общем, работает это отражение. Так, ну, давай, ближний бой. О, видите ли? Ну, блин, слишком мало работает отражение. Как по мне, бесполезная штука. Ну, пассивка, имею в виду. А у меня аптечек так-то не так много осталось. Ну, видите, бот все равно немножко неадекватный. Он как бы... Такое ощущение, что видит эти штуки и боится на них забежать, потому что оно его продамажит очень сильно. Ну, в общем, что-то странное, в общем. Персонаж у нас Эдна, получается. Немножко непонятная пока пассивка, потому что какое-то отражение странное. Первобытный инстинкт, как вы заметили, тоже очень непонятный. Поэтому будем смотреть,
как оно будет на релизе, потому что на релизе может чуть-чуть измениться, но обычно ничего не меняется. Поэтому уже непосредственно в игре будем все это тестировать, смотреть и понимать, насколько же это имба или не имба. Хотя тут уже все понятно, как бы имба лютая просто, которая не может приблизиться ближних и которая не может убить дальних, по сути. Как бы слабая имба, да? Ага. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.